Здравствуйте, меня зовут Кротов Андрей. Данный урок посвящен кэшированию. В любом веб-проекте увеличение нагрузки на сервер за счет количества или качества запросов к базе данных может привести к проблемам с производительностью. Работа сайта может существенно замедлиться или прекратиться вообще по причине увеличения трафика. Для оптимизации нагрузок на базу данных со стороны скриптов существует кэширование. Кэширование – это технология, позволяющая сохранять результаты работы ресурсоемких скриптов и выводить их сразу, без повторного обращения к таким скриптам. А также стоит сохранить в кэше редко обновляемую информацию. Таким образом, система при наличии актуального кэша для скрипта ограничивается лишь получением и выводом информации из кэша, что позволяет ускорить загрузку страницы и уменьшить нагрузку на сервер. Здесь стоит отметить два момента. Кэширование не является панацеей от неоптимизированных скриптов, загружающих систему, и когда проект находится вне нагрузки, все скрипты должны отрабатывать быстро. Технология кэширования обладает рядом нюансов, которые важно учитывать. Например, при хранении кэша в файлах и неоптимальных настройках кэширования файлов может стать слишком много, и выигрыша в производительности может не быть. А в данном случае имеет смысл искать другую технологию кэширования, например, Daemon Memcached. Итого, очевидно, что для каждого веб-проекта важно заранее определить стратегию кэширования и учитывать ее при проектировании проекта, настройках системы и программировании. Bittrex поддерживает технологию кэширования и предоставляет достаточно мощный и гибкий функционал для реализации практически любых задач. Для хранения данных возможно использовать файлы, акселераторы PHP, APC и Accelerator и Memcached. Bittrex Framework включает в себя разные возможности кэширования. Динамическое кэширование в компонентах. Используются классы CPHP Cache, CPage Cache. Все динамические компоненты поддерживают эту технологию. Есть возможность использовать технологию как для отдельного компонента, так и включить или выключить динамическое кэширование на всем сайте в административном разделе. Управляемый кэш компонента. Это возможность, при которой кэш в компоненте автоматически сбрасывается при изменении исходных данных. Опцию управляемого кэша компонентов можно использовать как для отдельного компонента, так и на всем сайте. Управление опцией доступно в административном разделе. HTML кэш – это возможность кэшировать страницу целиком и отдавать результат из кэша сразу без подключения модулей продукта.